Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, ежедневки. Выиграйте две игры с зомби-героем. Так, повысите силу растений до 6 единиц. И через полтора часа будет новое задание доступно. Угу. Значит, выиграйте две игры с зомби-героем. Любым, получается, да? Так, зомби-героем. Ну давай, попробуем. За кого сыграем для начала? Можно попробовать за разгром сыграть. Давай попробуем, постараемся, может, что получится. Две игры надо выиграть. Ну, так, что-то кого-то нашли. Трындец. И это у нас ночной колпак. И это у нас ночной колпак. Ну давай попробуем. Может быть, что-нибудь да получится. Может быть. Так, дали нам защиту. Ну тут понятно. Даже как. Вот так вот он, ребята, начинает игру. Неужели на ягодках он решил сыграть? Так. И летит сюда пташечка. Ага. Ну, вот так вот он решил, да? Ну, давай, сделаем так. Ну, он, конечно, поставит сейчас гриб и начнет тут бомбить. Понятное дело, ребят. Или гриб, или бобовые. Черника. Опа. И попадает именно сюда. И попадает именно сюда. Ну что, если я сделаю вот так? Интересно, у него фруктовый микс есть, если что? Проверим. Конечно, есть. Как же он без фруктового микса-то? Как же он без фруктового микса-то, ты мне объясни. Ладно, начнем потихоньку. Угу. Ну, я тебя понял, парень. Я тебя понял. Поехали. Ну давай так сделаем. Вот даже как. Только не говори, что у тебя... Ты посмотри, а.
Ну что ж, поехали. Да, но получаем, конечно, тут звезделей-то, будь здоров. О, даже так. Ух. По красоте, ребят, по красоте. Нормально, да, вышло? Я считаю, что очень даже крутенько. Так, ну что, одну игру мы выиграли. Давай попробуем сыграть теперь за... за Замеха. Замех у нас... типа на Гаргантюахах тоже, да, получается? Ну... просто попробуем. Мне вот интересно. Я просто за него 1000 лет, друзья мои, не играл. А может быть и больше. Блин, дают бабаха. Бабаха. Так-с. Даже не знаю. Ну давай пока так оставим. Нет у меня первого хода, к сожалению. Это, ребят, бабаха. Хм. Ну, давай проверим. Солнечный удар, да, сейчас в голову прилетит. Или мина. Тут два варианта. Чего? Ты вот так вот серьезно сейчас? Хорошо. Давай проверим. Нет, вирус брать не стоит, ребят. Пам-пам-парам-пам. Ну, если я, например, сделаю вот так. И вот. Нет. Нет. Короче, вот так. Я хочу попробовать разыграть, ребят, вирус все-таки. Ну, грибы выставляет, понятно. Сумоист. Поехали. Угу, угу. Что он там затеял, а? Что он там затеял? Ну, допустим. У него наверняка дождик есть. Угу. Сейчас посмотрим. Скорее всего, у него дождь будет. Так, все? Ну, все. Последний грибок. Ну, все. Хорош, может быть, уже. Ну, я так и думал, что это будет. Давай что-нибудь сдуем. Отлично, поехали.
Угу. Эх-хе-хе-хе. Так, он сюда что-нибудь поставит, он по мне выстрелит. Так, так, ребята, будет это дело обстоять. Поэтому сделаем так. И, наверное, вот так. И вот так. Да ядрен матрен, ну какого вы все, ребята, распластали меня. Займех, у тебя что, ни одного ландшафта, что ли, не было? Так сфелится на каких-то вшивых грибах. А знаешь, в чем еще не плохо было? Что у нас не было удара. 3-1. Сейчас я посмотрю. А, понятно все, ребят. Нет, были ландшафты. Тогда не знаю, в чем проблема. Ну, не выпали. Что сделаешь? Давай еще разок переиграем. Нам надо выиграть все равно. Ну, может быть, не за мехом, конечно, можно, нужно выигрывать. А начиналось-то неплохо все. Да, если бы ландшафты были бы как раз вот эти вот с притяжением бы, ух, вот тут бы да. Ну что, о, нашли кого-то. А, зубы стезила. Ну, давай посмотрим. Наверное, на хилах, может быть, скорее всего. Да ядрен мат... А, ну все, ребят. Халявная победа, соответственно, халявный... Халявно выиграли мы с тобой победу. Получаем... Угу, 10 этих. Повысьте силу растений до 6 единиц. Это... Это чем лучше сделать-то? Повысить силу растений до 6 единиц. Блин, я даже что-то... А, ну в принципе, да, мы же можем... мы же можем... прокачивать у ореха растение, болгарский перец. Мы можем его прокачать до 6 единиц. Ну, как вариант. Давай попробуем. Так, вот это вот... Тут убрать все надо. Да, блин. Все вроде бы ничего, и в то же время все очень плохо. Явился, да? Ну и сколько ты нахапал там? Скажи-ка мне на милость. Ну так, ё-моё, естественно. Вот тебе и я. А чё ты ничего не стал делать-то? Ну, вирусы, понятное дело, ребята, вирусы и тому подобное все. Шаманство. Пошло. Вот даже как. На воде плохо, конечно. Ну, нормально, потратился нормалек, ребят. Давай так сделаем. Опять вытягивает две карты. Что-то разыгрывает. Ну, это сейчас кого-то выставить сможет. О, как. Угу.
так вот, да? Мишень. Давай так поставим. Фиг с ним. Угу. 4, 2, 6 получается, да? Допустим, ну, уничтожает он. Ой, ой. Мина. Угу. Давай сделаю так. Я сделаю вот так. Посмотрим. Даже так. Да чтоб тебе. Так, ну что, ставим мину сюда тогда. Это раз. Второе делаем отхил. И лужаечка. Лужаек можно сюда, в принципе, поставить. Так, начинается опять шаманство. Шмандрянство. Ну давай. Ну, вирус-то у него 100% должен быть, ребят. Вот так вот, да? Окей. Рикошет, ну-ка вот это. Давай вот это вот. Ну, не мину только. Нормально. Псих-одиночка, Улис. Ну, поехали. Так, ну, у нас защита есть. Так что, ребята, если что, поставим защиту. Допустим. Вылезло чудо, да? Вылезло, так скажем, чудо огородное. Я не знаю, есть ли у него там ландшафт или еще что-нибудь в этом роде. Валун у него наверняка же есть валун, да? Ну, посмотрим. Угу. Еще одно чудо. Ну ладно. Так вот даже.
Угу. Все? Угу. Так, ну он же может пугало еще огромное призвать сюда же, да? Ребят. Пускай там хоть зашаманится. А дальше помидор поставим, наверное, или что? Молодец. Но вот это вот не вовремя, ребят. Это хил ему дали. 100%. Давай сделаем так и сделаем вот так. За одного? Хорошо, бери. А не слишком ли жирно-то тебе, парень? Так, шаманит. Ну хорошо, давай, зашаманился, все. Вирус. Давай, трать вирус. Что у тебя там еще-то есть? Козыри пошли. Обосранец. Да, но если бы здесь была бы эта... Как она там, звать-то ее? Ну ты понял, да? Вот тогда бы мне было бы здесь уже не до смеха. Училка эта, зомби-училка, которая удешевляет заклинашки. Ох, бы он тут разгулялся бы, ребята. О, разгулялся бы, он там будет здоров. Так, а мы выполнили, да? Мы выполнили, но нам нужно до 6. Блин, мы не то сделали. Да? Там надо было победить двумя зомби, а здесь нужно прокачать растение до 6. Но он уничтожил, гад, всех моих болгарских перчиков, и поэтому у меня не получилось ничего здесь сделать. Поэтому второй раунд. Сегодня, друзья, будем еще открывать паки. 1110 у меня кристаллов. Ё-моё. Ё-моё, явился, блин, не запылился, называется. Вот зачем? Ну вот зачем? Ну ядрён, матрён, ну... Да все, ребята, тут уже фейл. Ну чё это здесь делать? Ты смотри, первого хода нет, второго нет. Сейчас за два хода можно тут расставиться, и чё? На третьем ходу у меня вот этот охламон появится. Вообще, нафиг он у меня в колоде здесь делает, я что-то не могу понять. Мишень, ну понятно, что еще поставить? Мишень, конечно же. Сейчас 100% у него есть ландшафт. Есть у него ландшафт или нету, я не знаю, ребят. Наверняка есть. Сундучки. О, видишь, что он делает? Ладно. Сундучки так сундучки, сейчас сделаешь. Пускай пока радуется. Ох ты! О! О, вот это уже интересно. А вот это уже интересно. С бонусной атакой, ты говоришь, да, будешь, парень, дружить?
Ладно. Даже вот так вот. Ребят, будем через кукурузу играть. Вот эта гадость, конечно, мерзкая. Тут не поспоришь. Что бы мне сделать-то? Ну, давай сделаем так. Чем черт не шутит, да, как говорится? Погнали. Еще что ли у тебя пираты там есть? Карибского моря. И? Стоп. Сначала сделаем вот так вот. Тьфу ты, блин. Ну, немножко не так, тупанул малька. А я так и думал, ребята, что у него будет. Ну, посмотрим сейчас, в кого превратятся. Вот это, конечно, вот это плохо, ребят. Это плохо. Была бы у меня защита, конечно бы я поставил бы защиту. Но ее, видишь, нету. Я так и думал, что, ребята, он выставляет, чтобы превратить их в зомби. А, все, мы повысили. А за счет кого? Не знаю даже, ребят, за счет кого мы повысили. Но теперь самое интересное. Теперь-то самое интересное. Мы выполнили ежедневки. Теперь, друзья мои, идем покупать паки. Так. Почему они такие с этим, с вопросиком, с восклицательным знаком? Так, что у нас тут? Может содержать то-то, то-то, то-то. А вот этот усилитель героя 10. А, вот же набор, ё-моё. Наборы-то вот они. Я что-то не то смотрел. Ох, даже не знаю, что и взять-то. Либо этот набор. Этот не хочу, в нем мало, ребят, всего. Вообще мало всего. А здесь что? Черт его знает. О, я, наверное, вот этот возьму. Да, ребята, или какой? Или вот этот. Давай попробуем мы этот тогда уж. Да? Тут что у нас, Путнева-то есть что-нибудь? Ну, есть, в принципе. А здесь? Я так просто мельком гляну, что у нас тут. Ага, блин, тут дофига, конечно, этих. Ладно, поехали. Уговорили. 11 паков, вскрываем. Ох, была не была. Даже не буду, ребят, загадывать ничего.
Будь как будет. Дублей очень много. Так, редкие пошли. Угу. Ничего новенького пока мы не нашли. Мега редкие. Этих зомби много, этих тоже у нас много. Тьфу, 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 блин. Слов у меня нет, ребят. Просто у меня нет слов. Ну как так-то? Ну, ну что это? Я заметил, вот как только на 50-й ранг заходишь, тебе ничего не выпадает. Как ты остаешься на 4-м ранге? Ой, на этом, на 40-м тебе все. Вот тебе, на, пожалуйста. А тут нифига, ребят. Ладно, дубликаты утилизируем на 1685 утилизировать. И покажите мне, пожалуйста, общую сумму моих накоплений. О, ребята, раз мы не получили, тогда давайте купим сами себе легендарную какую-нибудь карту. Только вот за кого? За животных или за растения? Я в основном в последнее время играю за орех. За орех. И... ну что вот ему взять? Ну, это взрывоцвет. Хочется легендарку какую-то приобрести. Такую хорошую легендарку. И желательно той, которой у меня еще нету. Вот это хорошая, да? Вот у повара. Или вот это. Ну, дорого стоит, конечно, но... она того стоит. Профессора тут... даже не знаю. Вот это, в принципе, тоже было бы неплохо. Но за зомби как-то... не знаю, попроще, не попроще. Друзья, давайте так. Напишите мне, пожалуйста, в комментах, что бы лучше бы мне пригодилось бы. Вот это, в принципе, тоже неплохой, да? Он сокращает сразу вдвое твое ХП. То есть, как бы прикольно. То есть, у тебя 20-ка, он сразу хоба десятку тебе на 10 уменьшает. Но опять же, одну карту. Их надо, чтобы хотя бы 2 или 3 было в колоде. Ладно, друзья мои, головная вечеринка. Я ее не пройду 100%, наверняка. Я не знаю, что тут надо делать. Так, получите по максимуму от территории охоты и огненного петуха, перемещая его по газону как можно чаще. Ботаник со способностью охота вам с этим поможет. Чем он мне в этом поможет? Восемнадцать урона нужно нанести, получается, да? Это что получается у нас территория? Если мы перемещаем, да? Зомби здесь обладает способностью охоты. А когда зомби попадает на эту линию или покидает ее, получает плюс один, плюс один. Плюс один, плюс один. Это значит, получается, что мне нужно как-то вот сюда вот поставить же надо, да? А я не могу что-то туда поставить? Ну, допустим. Так, петушара. Бомбит здесь. Мы его, например, перемещаем. 18 урон. Как я ему 18 урона нанесу-то? Я что-то не могу никак понять.
А, так он еще будет ходить, что ли? Петух, ты будешь? Да. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Пять. И как раз остается четыре, да? Пять, десять, двенадцать. А как 18 урона нанести ему? Ну, допустим, давай сделаем так, посмотрим. Вот, получается, 2, это 7, 9. Чего этого выкидывать, что ли, получается, надо? Как вообще это все работает? 6 и 6, 12? 12. Блин, 6 и 6, 12, 14. Я не знаю, ребят, как тут можно. Не получается у меня. Я что-то не совсем допетрил, как надо сделать, но пройти я это не прошел. Ну что, дорогие друзья, а на этом я буду закругляться. Будем ждать, когда закончится сезон. Если закончится, кто-то писал в комментариях, что, возможно, он никогда не закончится. Потому что у них всего было запланировано 60 сезонов. Вот, и потом типа по кругу что-то там такое. Ну, я не знаю, ребят, посмотрим. Посмотрим, что будет. А на сегодня закругляюсь. Всем удачи и до новых скорых видосиков.